Чем запомнился кыргызстанцам уходящий 2015 год? Вопрос для жителей соседей республики далеко не праздный. Вступление в Евразийский экономический союз, выборы в парламент, успех футбольной сборной и 6-миллионный житель страны. Это лишь часть самых заметных моментов в жизни Кыргызстана. Эти и многие другие события и составили картину минувшего года, о чем с оптимизмом говорят кыргызстанцы. Минувший год для Кыргызстана был насыщенным на события самого различного рода. Некоторые из них всего лишь часть истории, другие стали поворотным моментом в жизни республики. Сейчас, под занавес 2015-го, можно подвести его итог и определить ключевые моменты в жизни всей республики. Давайте спросим простых кыргызстанцев о том, какие моменты были самыми интересными, насыщенными и важными в течение всего года. Парламентский выбор, который мы прошли, биометрические данные, и выбор запомнилось. Это классно было. Ну, думаю, это все честно, справедливо. Ну, я думаю, прежде всего, вступлением в таможенный союз. Так. Связываем с этим, ну, наилучшие, наверное, прежде всего, стремления и желания. Для вас лично? Ну, я постоянно езжу в Россию, буквально каждый месяц, поэтому, ну, я думаю, легче проходить паспортный контроль. Молодцы, не ссоримся, живем хорошо. Спасибо. То, что дороги, кстати, починили. А, вот с Дордой, я там живу. И энергетику вот независимо получили от Хагимина, вот это провод. Ну, хорошие вещи, но вот сейчас новая дорога строится, Бишкек, этот Ош, новый строит. Это хороший год. Я думаю, следующий год еще будет хороший. Я желаю, что следующий год будет не хуже с этого года. Как мы видим из ответов кыргызстанцев, минувший 2015 год был насыщенным для страны самыми различными событиями в сфере политики, экономики, социальном секторе. Но, пожалуй, есть единственный фактор, который объединяет все это – стабильность. Уходящий 2015 год прошел для Кыргызстана без потрясений и дал надежду на будущее развитие. Бакы Чермашев, Виктор Куленко, 24 КЗ, Бишкек, Кыргызстан.